должно быть создано несколько, гораздо больше, чем сейчас, венчурных фондов для поддержки стартапов, это раз. А для тех компаний, которые уже состоялись, которые разработку осуществили, приступили к продажам, для них нужно максимально облегчить условия инвестирования, потому что многие из них готовы войти к вхождению государства или какого-то частного крупного инвестора, к вхождению в проект. Но они не в состоянии, с учетом небольшого количества персонала и его квалификации, подготовить документы, которые бы соответствовали требованиям и российских инновационных компаний, и тем более крупных западных, американских, в частности, хедж-фондов.